из Небраски. El camino, soñando con su destino. Y cuando muere la tarde, muere toda su ilusión. Silencio hay en el aire, silencio hay en su alma. Espera en su tristeza ver de nuevo el sol. Solo todo el día caminando, la guitarra entre sus manos, solo piensa encontrar amor. Cabalga por el camino, soñando con su destino. Y cuando muera la tarde, habrá muerto su ilusión. Какого черта ты делаешь? Я ухожу. Я убью тебя. Ты никуда не уйдешь. Я не хочу оставаться. Ты моя жена. Ты только сейчас это понял. Презираю тебя. Без тебя проживу. Ты забыла, что ты женщина. Здесь, в этом доме, я смогу защитить тебя от Билла Картера. Ты знаешь, что он с тобой сделает. Не дай бог, он тебя найдет. Поэтому я и хочу уйти. Он ищет тебя и деньги. Он ничего не получит. Я не останусь. Мы не женаты. Все обман. Не обижайся. Ты мне нравишься. Ты отвратителен. Отлично. Ты остаешься со мной. Уходить уже поздно. И не забывай. Ты должна быть заботливой женой, посвящать себя мужу. Все должны думать о тебе так, в том числе и Билл Картер. Ненавижу. Нет патронов. Нужно зарядить. Ты кто такой? Человек на лошади. Твоя лошадь стоит на моей земле. Хочу знать твое имя. Меня зовут Ринго. Ринго. А дальше? Дальше Небраска. Откуда ты? Из Небраски. Ладно. Ты отлично стреляешь, Ринго. Но патроны кончились. Нет, один остался. Думаю, ты ищешь работу. Возможно. Ты, наверное, не только стрелять умеешь. Например, можешь стеречь стада скота. Предлагаешь работу? Верно. Я Марти, Марти Хилман. Привяжи лошадь Небраска, предлагаю 200 в месяц и стол. У тебя проблемы? У кого их нет? Ничего серьезного, не волнуйся. Пойдем в дом, познакомлю с женой.
Это Кей, моя жена. Привет, путник. Это Ринго из Небраски. Будет здесь работать. Сеньора. Он отлично стреляет. Думаю, справится со стадом. Для такого, как он, здесь полно работы, верно? Но сначала мы с Небраской хотим поесть. Сейчас приготовлю. Всего пара минут. Думаю, этого хватит. Спасибо. Что решил насчет работы? Нужна моя работа или мой пистолет? И работа, и пистолет. Понимаешь, у меня есть только ранчо и стадо, больше ничего. Я ими дрожу. И отдавать не собираюсь. Идем. Кого ловим? Его зовут Билл Картер. Слышал о нем? Нет. Здесь, в Нью-Мексико, этого мерзавца знают все. Мы воевали в одном полку, дошли до Гиттисберга. Но он не был моим другом. А тут он внезапно появился и захватил город Денч. Он опасен? Боюсь, что да, Небраска. Он собрал шайку убийц, таких же негодяев, как он сам, если не хуже. Раньше у меня работали 9 человек, а сейчас никого. 6 испугались и ушли, а остальные, думаю, тоже скоро уйдут. $200 в месяц? И 25 центов за голову скота, который ты проведешь через Лоредо. Идет. На следующей неделе привезу 300 голов. Я помогу, но мне нужна пара человек и пара лошадей. Я сам оформлю сделку и сам заплачу, а ты останешься здесь. Присмотришь кое за кем. За Картером? За Картером и моей женой. Это Донато, мой помощник. Донато, что случилось? Донато, скажи что-нибудь. Скажи, кто это сделал? Кто стрелял? Я оставил его стеречь стадо в долине. Сходи, узнай, что случилось. Быстрей. Кто это сделал? Донато, постарайся. Кто стрелял? Говори. Умер и ничего не сказал. Их было трое. Пришли с юга оттуда. Подстрелили его, разогнали скот и ушли. Как узнал? По следам, они не обманывают. Пойдем, поможешь мне. Что думаешь делать? Что делать? Отнесем тело к шерифу, потом найдем Картера. Ты боишься? Картер хороший стрелок? Конечно, один из лучших. Но мы с ним встретимся. Если обвинишь его без доказательств, он скажет, что ты лжешь. А достанешь пистолет, он убьет тебя без тени сомнения. Что же тогда делать? Спрячем тело. Затем пойдем на торги. Картер ни о чем не догадается. Отличная идея. Помоги мне.
Мануэль. Эй, Мануэль! Сеньора, сеньора, сюда! Похороните Доната и будьте наготове. Увидите кого-нибудь, сразу стреляйте. Плачу в два раза больше. И виски сверху. Что случилось? Кто-то убил Доната и разогнал нашу скотину. Картер? Неизвестно. Но мы попробуем узнать об этом в деревне. Ты останешься. Мы скоро вернемся. Не волнуйтесь, сеньор. Опасности нет, справимся. Вперед, Ринго! Те самые лошади. Значит, они здесь. Да. Иди ко мне. Отпусти ее. Четверо, затем столом у колонны. Картер второй слева. Привет, Марти! Неужели на ранчо больше нет виски? Берт. Смотрите-ка, сам Марти Хилман. Твое здоровье, Марти. Хочу заявить о преступлении. Преступлении? О каком преступлении? Об убийстве, шериф. Убили моего человека и разогнали стадо. Что ты сказал? Три человека сегодня пришли на мое ранчо и застрелили моего помощника Донато. С чего ты взял, что их было трое, Марти? По следам. Мы прошли по ним, Берт. И дошли до деревни. Знаешь, Марти, иногда я не понимаю, что ты хочешь мне сказать. В чем хочешь меня убедить? Можешь объяснить проще? Шериф, мы нашли следы лошадей Картера. Thank you.
Берт, этот человек лжет. Эти трое работали со мной весь день. Ты гнусный лжец, Хилман. Гнусный лжец. Эй, парни! Перестрелки здесь не нужны. Это правда. Мистер Хилман говорит правду. Я в этом сомневаюсь. Убив Донато, они разогнали стадо. Они пришли с южного холма и ушли по долине в 4 милях от деревни. Повтори-ка, приятель. Я что-то не расслышал. Давай. И я могу объяснить. Одна из их лошадей потеряла подкову. Ты лжешь, чужак, лжешь? Сейчас я научу тебя говорить правду. Я сказал не стрелять. Кто ты? Небраска. Имя Ринго. Я работаю на Хилмана. Это ненадолго. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Убери пистолет, Небраска, или как там тебя зовут? Берт, так что ты скажешь? Хорошо, я проведу расследование. А ты, Картер, можешь оставить жалобу для суда. Я же сказал, люди работали со мной весь день. Ты потеряешь свою звезду, шериф. Если послушаешь этого сумасшедшего, это враг. Я сказал, жди до суда, Картер. Я не буду арестовывать твоих людей. А теперь отдайте мне свое оружие. Кладите. Ладно. Молодцы, парни. Все свободны. Марти, пойдешь со мной и напишешь заявление. Сделаем все по закону. Верно, доктор? Ты шериф, Берт. Да. Правильно. Все, идем. Иди. Играете в шахматы? 100 лет здесь работаю, впервые вижу человека, играющего в шахматы. За знакомство. Нет, не виски. Молоко. Тебя зовут Небраска? Верно. А тебе-то что? Не нужно грубить. Здесь не нужны вооруженные люди. От них страдает репутация города. Тебе лучше убраться подальше. Иначе тебя найдут под деревом. Сколько с меня? Первый напиток бесплатно. Собираешься вернуться и нянчить Марти? Тебе лучше быть поосторожней. Учту. Yeah.
Теперь тебе конец. Нет, Картер, нет. Нет. Ты пожалеешь, шериф, что поверил этому пришлому человеку. А ты, Марти, если не найдешь доказательств против моих людей, пожалеешь вдвойне. Виски. Ничего страшного. Царапина. Завтра утром я зайду на твое ранчо. Посмотрю место, где убили Доната. Если ты обманываешь, Марти, я потеряю звезду. Но кое-кто потеряет больше. Это я могу точно сказать. Налей выпить. Нет. Лучше виски. Картер далеко не простак. Его никто не обыгрывал, а ты сделал это дважды. Расскажи о себе, Небраска. Ты в бегах? Впрочем, меня это не касается. Но ты должен знать, что можешь рассчитывать на меня. Спасибо, Марти. Они прячутся там, за теми камнями. Небраска. Небраска! Помоги мне вернуться на ранчо. Стой, где стоишь, или я стреляю. Это Небраска. Я привел Марти. Его ранили. Помоги мне. Что случилось? На нас напали. Ранили Марти. А это? Ты тоже ранен? Ерунда, поговорил с Картером. С Картером? Да. У нас было доказательство, но небольшое. Присмотри пока за Марти. Принеси воды. Нужно промыть рану. Он умирает.
Нет. Но он потерял много крови. Джо, поезжай в деревню, привези доктора. Скажи это срочно. И пусть Мануэль охраняет ворота. Мануэль, иди сюда. Ты остаешься охранять ранчо. Смотри в оба, никого не подпускай. Понял? Будь осторожен. Иди. Иди. Эти двое напуганы. Ты видел? Ясное дело. Сначала Донато, теперь Марти. Опасная ситуация. Нужно промыть твою рану. Идем. Нет, ерунда. Не спорь со мной. Выпей. Тебе будет лучше. Это дело рук Картера? Возможно. Но что-то здесь не так. Почему? Картер хороший стрелок. Да, хороший. Луна полная. Тот, кто стрелял, был от нас на расстоянии 30 шагов, не больше. И что? Он выстрелил в мою лошадь, а потом в Марти. Очень странно. Странный ты тип, Небраска. Рискуешь из-за моего мужа, из-за меня. Не понимаю, зачем тебе это? Интересно, чем все закончится. Если ты не против, я пойду спать. Подожди, не стоит спать на улице. Есть свободная комната. Хорошо. Будешь рядом, если Марти станет хуже. Ладно. Я подремлю. Тебе лучше выспаться. Я не буду спать. Мануэль охраняет дом. Набирайся сил. Билл Картер не оставит нас в покое. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Thank you.
Спасибо за гостеприимство, шериф. Да, без него я словно голый. Это все? Да, все по закону. Послушай меня, шериф. На дне стакана никогда не найдешь убийцу. Пошли. Я отпустил их. Опять напился, как свинья, Берт. Картер! У него полно свидетелей. Эти трое никогда не покидали ранчо. Один из свидетелей Донован. А Донован не станет лгать ради Картера. Я верю Доновану. Если он видел их на ранчо Картера, значит, так и есть. Я не могу держать их здесь вечно. Ты понимаешь, что будет? Они ищут Марти и чужака. Ну, что будешь делать, шериф? Я ничего не могу поделать. Черт. Привет. Хорошо спал? Да, хорошо. Как Марти? Он стонал всю ночь. Уснул под утро. Мануэль исчез. Ушел прошлой ночью с ружьем, мерзавец. Теперь мы остались вдвоем. Справимся. Ну, как ты? Тебе лучше? Да. Приготовлю завтрак. Спасибо. Что там? Кого-то ждешь? Шерифа. Он должен был прийти утром осмотреть пастбище. Приедет. Он хоть и пьяница, но слово держит. Давай.
Если Джо не привезет доктора, Марти не выживет. Не понимаю, почему шериф не идет? Картер рядом, все возможно. Нет, спасибо. Думаешь, я плохо забочусь о Марти? Верно? Я видел более заботливых жен. Он мне не муж. Но зачем говорить о прошлом? Главное – настоящее. Мне сейчас тяжело, как и ему. Как и тебе, Небраска. Я не отрицаю. Слушай, я должна тебе сказать. Я познакомилась с Картером, еще девочкой. И если в тебя стрелял именно он, то он сделал это не просто так, я уверена. Он целился в Марти, а не в тебя. Картер никогда не совершает таких глупых ошибок. Я верю. Послушай моего совета, Небраска. Тебе нужно уходить. Почему ты рискуешь жизнью, помогая Марти? Никто ничего не сможет сделать, пока Картер жив. Чего хочет Картер? Убить Марти. Чтобы я вернулась к нему. Я его игрушка. После смерти моего отца он меня приютил. Я приз, который он должен получить. Славная история. Я помогу тебе. Почему вдруг? Ради меня, Небраска. Просто из любопытства. До ранения Марти назвал меня другом. Спасибо. Ты все понимаешь. Особенно женщин. Они убили шерифа! В Берта стреляли, он мертв! Эй, Брэк! Что случилось, Адам? Убили Берта. Мы нашли его тело по дороге к Ранчо. В чем дело? В шерифа стреляли по дороге к Ранчо. Ты шутишь? Какие шутки? Посмотри! Окей, я поеду, осмотрю пастбище. Если что, стреляй. Если я услышу выстрел, сразу вернусь. Где стоишь? Картер, садись на лошадь и убирайся с моей земли. Катитесь в ад.
Кей! Мы пришли за Марти и за тем чужим стрелком. Чего ты хочешь, Картер? Это брак, не стреляй. Берта убили. Теперь я шериф. Слышишь, Кей? Да, я слышу. Тогда скажи им, чтобы вышли. Марти умирает. Он не может двинуться, а Небраски нет. Думаешь, мы тебе поверим? Хорошо. Можешь войти и лично проверить, шериф. Но после этого убирайтесь, понятно? Марти умирает? Извини, Кей. Но почему? Прошлой ночью кто-то стрелял в него. Входите. Послушай, Кей, почему бы не сказать, что в Марти стреляли утром, когда он и Небраска напали на Берта? Я сказала правду. Ты прекрасно это знаешь, Картер. Он умирает? Почему ты не позвала на помощь? Я послала за доктором, но он не пришел. Его не было в городе. Он уехал в Джонсон-Сити, его вызвали. Тогда поехали. Вы шериф, а мы ваши помощники. Что на самом деле было с Марти, уже не важно. Главное, поймать убийцу. Да. Где Небраска? Не знаю, он ушел. Наверняка недалеко, догоним его. Тебе повезло, что у нас такой тупой шериф. В следующий раз я буду один. Готовься, Кей. Не думай, что я боюсь тебя. Ни следа. Посмотрим за холмами. Эй, Кей. Входи, здесь никого нет. Ты их видел? Они скоро вернутся? Нет. Шериф приехал сюда с людьми Картера. Его убили сегодня утром. Как? Убили там, где стреляли в Марти, понимаешь? Кажется, понимаю. Они намекали, что вы с Марти убили Доната и придумали эту историю, чтобы подставить Картера. Но Картер доказал, что его люди не покидали раньше.
Берту пришлось отпустить их. А дальше? Мне страшно, Небраска. Все верят Картеру и сомневаются, что он стрелял в Марти. Он говорит, что ты мог стрелять в шерифа. А Брэк — ничтожество. Он ничего не может сделать. Уходи. На Брэка надежды нет. Не волнуйся. Все выяснится, когда Джо приедет с доктором. Думаешь, он вернется? Я в этом сомневаюсь. Прошу, Небраска, уходи. Иначе тебя убьют. Нет, я не могу уйти, пока все не узнаю. Кажется, погода портится. Какая теперь разница? Небраска, я должна быть тебе благодарна, но хочу, чтобы ты понял. Не смотри так. Тебе не стоит оставаться. Я все-таки останусь. Вижу, тебя не убедить. Ладно, я тебя предупредила. Картер способен на все. Запомни это. Вода поднялась. Здесь не пройти. Нужно попробовать. Боссу нужна помощь. Ты уже говорил. Но не тонуть же нам теперь. Они убьют тебя, Небраска. Я боюсь за тебя, слышишь? Да, я знаю. Ты мне нужен. Марти умирает. Я осталась одна. Никто меня не понимает. Раньше мне было это все равно. Но теперь... Кей. Кей, да. Зови меня так всегда. Мне надо идти. Слишком глубоко. Мы ее не перейдем. Но босс умирает. Если мы утонем, его лучше не станет.
плохо, но больше вам не стрелять. Что встали? Держи. Подойди. Хочешь? Смех нарушает пищеварение. Лучше есть поменьше, а то заболеете. В любом случае, это был твой последний ужин. Эй, вы, уходите. У нас свои секреты, убирайтесь. Теперь поговорим. Что ты хочешь? Что тебе надо? Подумай о том, что у меня в руке, и ответь. Почему Берт тебя освободил? У Картера были свидетели. Свидетели. Мне надоели твои сказки. Слушай, я хочу знать, кто убил Донато и стрелял в Марти? Я ничего не знаю, ублюдок. Все равно не скажу. Следующее попадет между глаз. А теперь говори, кто убил Донато? Кто стоит за убийствами? Это Картер. Он приказал. Привет, Кей. Опять ты здесь. Мне нравится твое общество. Где Небраска? Я же сказала, его нет. Не трогай меня. Успокойся. Ты сделаешь все, что я скажу. Лучше умереть. Лучше не зли меня. Скажи, где Небраска? Сам его ищи. Хорошо. Тогда тебе придется помучиться. Нам есть что обсудить. Лу! Ты всегда смел с женщинами. Берегите силы, мадам. Вы скоро станете вдовой. Я не позволю его пальцем тронуть. Я говорю не о Марте. У него уже нет проблем, верно, Билл? Верно. Сходи, посмотри вокруг. Иди. А ты останешься. Пусти. Идем со мной. Пусти. Нет. Хватит, Картер. Оставь ее. Это тебя не касается, Фелтон. Касается тебя, касается и меня. Избавимся от Небраски. Она подождет. Скоты.
Где спрятаны деньги? Не глупи, Картер. Если Марти умрет, мы потеряем 50 тысяч. Сначала найдем деньги. Я ищу их 3 года. Нужно быть осторожными. Горожане молчат, но если Марти умрет, они поддержат Кей. Я ее разговаривал. Но помни, Фелтон, Кей я займусь сам. Хорошо, Картер. Хорошо, но помни, что половина денег моя. Я все отлично помню. Не бойся, Фелтон. Мы уберем Небраску, и проблемы будут решены. Пошли. Стой. Убери пистолет, Кей. Ты можешь кого-нибудь ранить. Ничего, Картер. Постараюсь попасть в тебя. Знаешь, если тебе нужна Кей, бери ее, но только аккуратно. Она мне нравится. Я вернусь, Кей, жди. Поквитаемся. Хочу заметить, что, несмотря на мое уважение к предшественнику, на мне эта звезда выглядит намного лучше. Теперь ты не только владелец бара, но и шериф. Дела идут в гору. Что ты имеешь в виду? Но если кто-то уйдет, не заплатив, ты можешь арестовать его и заставить мыть посуду. Ладно, мне нужно выспаться. После 9 часов в седле в поисках Небраски я валюсь с ног. Оставайтесь на местах и без шуток. Где я могу найти Билла Картера? Зачем он тебе? Пустить пулю ему в голову. Пора остановить убийство. Слушай, Небраска, некоторые считают, что убийца — это ты. Знаю. Поэтому ищу Картера. Ты, кажется, уверен в себе. Верно. Вас обманули, и я это докажу. Ты стал слишком смелым, парень. Можешь выстрелить в меня, но не говори, что все вокруг глупцы. Картер умен. Дело было так. Трое его людей убили Доната и разогнали стадо. Но сделали это очень хитро. На лошадях тех парней, которые работали, играли и пили весь день недалеко от земель Марти Хилмана. Хитро придумано, шериф. У тебя есть доказательства, парень? Ты работаешь на Картера? Да, но я не убийца. Возможно, но впредь будь осторожнее. Я встретил Брэдока и Хэнка в долине, а также Элмера и Теддера. И что было? Была перестрелка. Брэдок и Хэнк мертвы, остальные заговорили. И кто убил Донато? Брэдок и Теддер. Теддер все рассказал. А третий? Его зовут Халандер. Ферн Халандер. Грязный ублюдок. Значит, ты, Халандер. Вот, шериф, это тот, кого вы ищете. Я только разогнал стадо. Это Брэдок убил мексиканца. Кто убил Берта? Не я. Кто? Картер. И Фентон. За что? Я отвечу. Когда стреляли в нас, хотели убить Марти. Затем убили Берта, чтобы обвинить меня. Нужно найти Картера. Это просто. Едем на ранчо. Спасибо, шериф. Но нужно быть расторопней. Вам лучше носить значок. Ладно. Как хозяин бара, я должен следить за домом. Но как шериф, я хочу покончить с этим делом. Картеру не удастся уйти благодаря тебе.
Адам, все здесь? Да, все. Тогда поехали. Картер! Эй, Картер! Картер, нужно уходить, времени мало. Ты пьян, Диксон. Небраска все знает. Он разговорил Элмера и Теддера. Что? Это не все. Брэк и жители города на его стороне. А Брэк и Хэнк, они мертвы. Небраска убил их. Нужно действовать. Нужно убрать этого парня, а потом разберемся с Марти. Нельзя допустить, чтобы он вмешался в наши планы. Ты прав. Куда ты идешь? Думаю, Кей может сказать, где золото. И, возможно, Кей поможет нам найти Небраску. Спасибо вам, доктор. Его могло спасти только чудо. Я ничего не мог сделать. Сожалею. Он потерял слишком много крови, чтобы выжить. Странно, Ладно. Хорошо. Мне здесь делать нечего. Прощайте. Джо, отвези доктора к реке. Я ждала тебя. Картер и Лу были здесь. Знаю. Я видел следы лошадей. А это видел? Смотри. Хотя тебя не волнует его смерть. Марти? Да. Сам видишь. Марти мертв. Мертв, как я и хотела. Но я сделала все, чтобы этого не случилось. Я старалась. Ухаживала. Страдала. Все для тебя. Потому что он один мог помочь тебе. Ты устала. Конечно, устала. Я устала от твоего равнодушия ко мне. Я люблю тебя, Небраска. Я люблю тебя. Люблю. Почему ты осталась с ним? Это очень длинная история. Сейчас мне нужен ты. Ты. Здесь пусто. Ничего нет. Амбар пуст, шериф, там никого. Что теперь, Адам? Что делать? Ну? Адам, шевелись. Ты помощник шерифа или нет? Да, но я не такой эксперт, как ты. Не знаю, что делать. Может, съездить на ранчо к Марти? Поехали. Поеду, найду шерифа. Картер упрям. Брак и его люди не справятся одни, я помогу им. Тебе придется остаться. Справишься одна? Да, не волнуйся. Я не боюсь мертвецов. Они не причиняют вреда живым.
На том берегу есть следы. Если их оставил Картер, то он уже на ранчо. Это наши следы, Адам. Думаешь, я совсем тупица, шериф? Я умею отличать свежие следы от старых. Я не хотел тебя обидеть. Я тоже воевал, но это было 10 лет назад. Стойте! Двое останьтесь и охраняйте ворота. Вперед! Я не собираюсь с тобой играть, Кейн. Ясно? Я не желаю терять время, слышишь? Где Марти? Он умер. Наконец-то мы от него избавились. Что дальше? Поговорим с Кей. Она скажет, где Марта спрятал деньги банка Эль-Пасо. Где они? Не заставляй нас ждать, Кей. Будет жаль, если с такой красавицей что-нибудь случится. О чем ты? Твое личико может обгореть. Хватит. Запомни, Фелтон, здесь командую я. Боишься, что она пострадает за то, что она сбежала с Марти? Она знала, что он продал ее отца. Предал за 50 тысяч долларов. Грязные деньги. Я не виновата. Я думала, Марти помогает моему отцу. Позже я узнала, что он его предал. Вы все меня обманывали. И что? Какая разница? Говори, где деньги. Я в тебя ошибся. Ты красива, но я тебе не верю. Ты обманула отца, затем втянула в это дело Марти, но я умнее тебя. Обыщите здесь все. Быстрей! Наверху! Да. Что тебе нужно? Помнишь, откуда этот след? Это ты укусила меня, когда тебе было 16. Сейчас будет по-другому. Я привяжу тебя как собаку, пока не научишься есть с рук. Небраска убьет тебя. Ты умрешь. Ты уверена? А если он узнает, что Дюк Крамер был грабителем банка в Нью-Мексико? А? И что Марти Хилман на самом деле Марти Бауман, убийца? И что ты ограбила банк в Эль-Пасо? Ничего, Картер. Если не заговорит, бей ее. Эй! Смотри! Я нашел. Были в его одежде. 50 тысяч долларов. Никогда не видел столько денег. 50 тысяч. 50.
Я хочу свою долю, пока обстановка не накалилась. Расслабься, Диксон. Мы начали вместе, вместе и закончим. Трек и его люди глупы, ты это прекрасно знаешь. Что с ней? Теперь подожди, Картер. Я всегда был лоялен, я служил тебя. Но теперь хватит. Ты мне никто. Ты меня понял? Мы погибнем, если возьмем ее. Все равно, что сунуть голову в петлю. С пулей в голове она нам не помешает, как и те два идиота у ворот. Не спеши, Картер. И помни, нас теперь двое. Слушай, мы искали эти деньги несколько лет. Нельзя их теперь потерять. Что скажешь? Говори. Да, Билл, говори, грязный убийца. О, черт! Все кончено. Ты долго прятался? Не очень. Я влез через окно. Ты все слышал? Взять этих! За мной! Уходишь? Мне нечего здесь делать. Понимаю. Забудь все, что было. Обещаешь? Нет, я не смогу. Кей! Скажи Картеру и его дружкам, что игра окончена. Шериф! Что у тебя там, Небраска? $50,000. Их украли из Эль-Пасо 3 года назад. 10 000 – награда тому, кто их вернет. Присмотри за ними. Эй, Брак! Здесь 4 тела. Картер, Диксон, Луи, Марти. Предстоят похороны! Мы можем себе их позволить.
В фильме снимались Кен Кларк, Ивон Бастиен, Питер Картер, Ред Росс и другие. Фильм озвучен компанией Intra Communications по заказу телеканала 100 ТВ.